В Приднестровье с новой бизнес-миссией прибыл представитель Генерального совета организации «Деловая Россия» Игорь Чайка. Приветствуя российского гостя, президент Вадим Красносельский подчеркнул взаимную заинтересованность сторон в активизации бизнес-контактов. Поиск точек соприкосновения интересов, в том числе по линии «Деловой России», нацелен на реанимацию экономических отношений с Российской Федерацией, отметил глава государства. За 8 месяцев даже этого года у нас экспорт в Российскую Федерацию увеличился на 50%, но все равно, скажем так, это далеко не предел. У нас есть определенная группа предприятий, как тяжелой промышленности, как легкой, так и агропромышленного комплекса, которым интересен российский рынок и который интересен, конечно, российскому потребителю. С бизнес-миссией в республике делегация «Деловой России» впервые побывала месяц назад. Тогда встреча носила ознакомительный характер. Сегодня Игорь Чайка рассказал о практических шагах, которые предпринимает российская сторона. Мы подготовили дорожную карту, которую я привез по совместному взаимодействию с целью увеличения и товарооборота, с целью и поиска дополнительных контрагентов для приднестровского бизнеса, для поддержки Приднестровья. По словам Игоря Чайки, второй этап бизнес-миссии форум с участием приднестровских предпринимателей планируется провести уже в этом году на российской площадке, а именно в Москве.